Ну что, парни, думаю, было отчетливо видно, как горит алюминиевая пыль. Вот, стал снимать видео, потому что, ну, сам заметил этот процесс. То есть очень много обработанной, то есть, скажем так, много обработанной пыли или отработанной пыли от гравировки. И она от нагрева, то есть в расфокусе на лазере, начинает, соответственно, загораться, вот, гореть активно, опять же, при вытяжке. То есть здесь начинается это все прям, ну, прям полыхать начинает. Искры летят в разные стороны, то есть пыли алюминиевой очень много образовалось, и она горит прям на ура. И часто возникал вопрос у тех ребят, которые говорят, типа, а что там гравируется, типа, во время гравировки ведь вся стружка, она вся сгорает, вся улетает в вытяжку, то есть там ничего не остается, то есть это просто нагар. Не, ребят, на самом деле это не так, то есть вот она, ну, даже вот так сейчас пальцем проведу, вот эта вот пыль алюминиевая, она как раз таки очень хорошо горит, она мелкодисперсная и прям полыхает на ура. И если ее накапливается прям приличное количество, ну вот как вот здесь, допустим, да, вот рядом, смотрите, тут два отверстия практически одинаковых, сейчас покажу вам. Давайте штангелем жахнем. То есть вот так вот, я думаю, вот видно. То есть здесь ее очень много пыли, то есть здесь два практически одинаковых отверстия глубиной 2, почти 4 мм. Замер, конечно, второго сейчас толком не сделаю, насколько я просверлился за 60 проходов на полтиннике. 60 проходов, почти 7 миллиметров, 6,8, скажем так, миллиметра мы за 60 проходов смогли пробуриться в алюминии. Ну и, соответственно, решил показать вот такой вот видос, насколько все-таки актуальна тема пожара, пожара при гравировке того же самого магния, либо алюминия. То есть алюминий может загореться в действительности, прожечь насквозь, не знаю, ну там сможет, не сможет, вряд ли, скорее всего, но будет гореть так же, как алюминиевая пудра. Вот, поэтому при гравировке любых изделий по возможности используйте рукава из негорючего материала, закрывайте, не знаю, какими-то такими, ну, хотя бы такими штуками, чтобы это все, если полетело, хотя бы какие-то там промежутки, оно облетало и гасло. Ну, по крайней мере, возможно, это будет лучший вариант, нежели при открытом у вас, допустим, пламени, искрение, у вас искры прям полетят и сразу запалят вам всю вашу вытяжку. То есть тема она актуальна, тема она ходовая, то есть сжечь можно. Сейчас еще скину, ну, еще один видос скину, насколько он был актуален, насколько там было все это видно, ни хрен его знает. Но тоже, по крайней мере, стружка вот в этом ячейке рядом, она горела очень хорошо, именно пыль алюминиевая. При гравировке не весь материал сгорает, он частично где-то разрушается, вылетает и попадает, соответственно, вот в такую ситуацию, когда он может вспыхнуть. Все, ребят, как всегда, от вас вот такой лайкос. Подписываемся на канал, какие-то вопросы по оборудованию тоже задавайте, спрашивайте, ну, по возможности буду отвечать.